Вести ФМ. ЦРУ активно работала на Украине и до госпереворота 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Американская разведка активно готовила украинцев для подрывной деятельности против России. ЦРУ и другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны. И это хорошо известно. Хорошо известна работа так называемых американских советников, большая часть которых ведомственно принадлежала именно к ЦРУ. Еще до 2014 года они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины. Так Песков прокомментировал статью «Нью-Йорк Таймс» о создании на Украине сети секретных баз, которые работали против России. Это издание сообщило, что на Украине при поддержке ЦРУ была создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией. Об этом сообщается со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы. В результате деятельности этих объектов Киев стал для США центром сбора разведывательной информации о нашей стране. Тему продолжит Сергей Гололобов. ЦРУ начало создавать сеть своих баз на Украине после Майдана Незалежности в 2014 году. Источники сообщили New York Times, что таких баз 12, и расположены они были в подземных бункерах вдоль Украины-российской границы, где точно, естественно, не указано. Стороны действуют на основе информационного бартера. Американцы своими спутниками, самолетами АВАКС и стратегическими дронами отслеживают передвижение российских войск, расположение важных объектов, после чего предоставляют Киеву разведданные для ракетных ударов. Украина в ответ прослушивает российские радиоэфиры и передает перехваты переговоров российских военных, а также другую тактическую информацию. Именно на этих базах готовили элитный украинский спецназ под названием «Отряд 2245». Он специализировался на захвате российских беспилотников и средств связи, после чего передавал их в США. Специалисты ЦРУ затем проводили реверс-инжиниринг этих технических средств и пытались взломать российские системы шифрования. Издание отмечает, что одним из выпускников этого отряда 2245 стал нынешний глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Благодаря своей деятельности эти разведбазы ЦРУ на территории Украины стали важнейшим центром сбора разведывательной информации, который перехватил больше российских сообщений, чем собственная база ЦРУ в России, отмечает New York Times. Под базой ЦРУ в России газета, видимо, имеет в виду американскую шпионскую сеть непосредственно в нашей стране, до поры до времени еще не вскрытую ФСБ, а также технические средства радиоразведки на дипломатических объектах США в Москве. Также на этих 12 приграничных базах вели подготовку шпионов, которые действовали непосредственно на территории России, в Европе, на Кубе, а также в других регионах с сильным влиянием Москвы. Отношения украинских и американских разведчиков при этом не были безоблачными. Поначалу ЦРУ неохотно шло на сотрудничество, опасаясь, что Киев доверять нельзя, и в украинских разведслужбах множество российских агентов. К тому же американцы боялись спровоцировать Москву. Однако в 2015 году глава военной разведки Украины тех времен генерал Валерий Кондратюк без предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов представителю резидентуры ЦРУ. Украинские разведчики таким образом пытались войти в доверие американским спецслужбам. И это у них получилось. Совсекретная информация от Киева в Вашингтон пошла потоком. В итоге посольство США в Киеве, куда скидывали свои сведения все разведбазы, стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России, пояснил New York Times бывший высокопоставленный американский чиновник. По мнению издания, в конце 2021 года Владимир Путин встретился с руководителем одной из спецслужб России, который довел российскому президенту информацию, что ЦРУ и британская МИ-6 полностью контролируют Украину и создают на ее территории плацдарм для нападения на Москву. Якобы это, по мнению источников New York Times, и стала толчком к началу специальной военной операции. Кстати, с ее началом держать на российско-украинской границе эти базы стало невозможно. Часть персонала уехала на Западную Украину, где продолжает сотрудничество с ЦРУ. А в подземных бункерах бывших разведбаз ВСУ разместили пункты по управлению дронами «Камикадзе». Сергей Гололобов, Вести ФМ. —
В российском медиа указали на ложь Зеленского относительно потерь ВСУ. Он заявил о том, что потери составляют 31 тысячу военных. По словам Марии Захаровой, Зеленский уже перестал считать население оставшихся частей Украины. Он в разы занизил потери, оставив в рядах ВСУ столько мертвых душ, чтобы их финансировали как живых. В цифры, приведенные Зеленским, не поверили и на Западе, где указали, что данные существенно расходятся с оценками Пентагона. Серию сомнительных заявлений Зеленский сделал на недавней пресс-конференции, которую даже лояльные западные СМИ посчитали не слишком удачной и оторванной от реальности. В сценарии Зеленского все еще существует план контрнаступление, но он о нем никому не будет рассказывать, никаких мирных переговоров не предвидится, а всех, кто сомневается в легитимности украинской власти, он считает агентами Кремля. Эту позицию в нашем эфире прокомментировал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. В российском медиа указали на ложь Зеленского относительно потерь ВСУ. Он заявил о том, что потери составляют 31 тысячу военных. По словам Марии Захаровой, Зеленский в разы занизил потери, оставив в рядах ВСУ столько мертвых душ, чтобы их финансировали как живых. В цифры, приведенные Зеленским, не поверили и на Западе, где указали, что данные существенно расходятся с оценками Пентагона. Серию сомнительных заявлений Зеленский сделал на недавней пресс-конференции, которую даже лояльные западные СМИ посчитали не слишком удачной и оторванной от реальности. В сценарии Зеленского все еще существует план контрнаступления, но он о нем никому не будет рассказывать, никаких мирных переговоров не предвидится, а всех, кто сомневается в легитимности украинской власти, он называет агентами Кремля. На связи со студией гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Зачем нужна эта ложь, если в нее не верят даже западные союзники Киева? Ну, давайте так, а с чего взяли, что это ложь? Это по официальным данным украинского руководства 31 тысяча погибли. Они за них платят, семьям. А остальные платить не хотят, поэтому не признают их погибшими. Так что Зеленский здесь, как это ни странно, очень логичен. А другое дело, что это, безусловно, как называется, по форме вроде все правильно, а по сути издевательство, это оно и есть. Это тот самый случай, когда Зеленский довольно четко дает понять, что он манипулирует цифрами, он манипулирует обществом, в том числе западным. Но по сути он, по данным, которые ему предоставляют, он оказывается прав. Не прав по существу, но по сути он прав. Так что, честно говоря, я думаю, что дело связано, скорее всего, с попыткой создать некий очень такой мощный информационный эффект вокруг пресс-конференции. Потому что если просто лгать, то можно не привлечь внимание. Пресс-конференция, кстати, внимания серьезного не получила. Но когда Зеленский обмолвился о 31 тысяче, все стали это обсуждать. И можно заявлять о пиар-успехе этого проекта. Видите, как такая вот небольшая неточность, которую все вынуждены обсуждать, она дает взрывной эффект и достижение результата. Неплохие технологии работают на Зеленского, скажу я вам. Ну, то есть речь не идет о том, что Зеленский потерял ориентацию в пространстве и уже не дружит с реальностью. Ну, даже если он это сделал, то его, скорее всего, очень умело направляют. И даже его такое легкое сумасшествие, которое периодически он демонстрирует, это тоже неспроста. Потому что в дальнейшем можно будет свалить на него все, ну и сказать, смотри, человек невменяемый совсем, ну что с него взять? А то, что невменяемый человек на протяжении стольких лет руководил воюющей страной, поддерживаемой Западом. Я тут могу только, знаете, ну кто его назначил в очистку-то? Сакраментально могу только сказать. Да Швондера назначил, ну, значит, и это было кому-то нужно. Кто-то уговорил целый пласт западного истеблишмента, что Зеленский, как человек такой странностями, да, он будет очень полезен. Он оказался полезен. Другое дело, что зал он теперь не собирает, и ездят к нему похлопать по плечу и пожать руку все неохотнее. Поэтому мы предчувствуем, предугадываем, что через некоторое время эта персона будет каким-то образом убрана из политикума, а появится кто-то другой. А как вы считаете, как на эти заявления отреагировали, ну, прежде всего, на самой Украине и, во-вторых, на Западе?
Ну, я думаю, для внутригражданского дискурса на Украине это прозвучало как оскорбление и очень серьезный повод для возмущения, что и произошло, собственно. На Западе, пардон, поржали просто. Ну, это и понятно почему. Спасибо. На связи со студией был гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Вести ФМ. Первые о главном. Агентство по страхованию вкладов рассказало, как владельцы киви-кошельков могут вернуть деньги после отзыва у банка лицензии. В то же время большое число сайтов-двойников киви-банка и других сервисов стало появляться в интернете. Мошенники за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Как избежать этой ловушки и на самом деле вернуть свои кровные, выяснял Борис Бейлин. На сайте платежной системы Киви висит объявление «Лицензия Киви-банка отозвана». И тут же ссылка на сайт агентства по страхованию вкладов. Там официальная информация по поводу возврата средств граждан, размещенных в Киви-банке. Большая часть из них находится в электронных кошельках, а на такие кошельки не распространяется действие закона о страховании вкладов. А значит, очень быстро вернуть деньги не получится. Нужно дождаться ликвидации банка и предъявить свои претензии. Физические лица считаются кредиторами третьей очереди. Сейчас агентство по страхованию вкладов работает над упрощением процедуры подачи требований владельцами электронных кошельков через личный кабинет платежного сервиса Киви. Для включения в реестр кредиторов этим людям нужно будет заполнить специальную форму и там указать паспортные данные, адрес электронной почты и платежные реквизиты для перечисления средств в ходе ликвидации банка. Также потребуется номер кошелька и справка сотового оператора, подтверждающая, что абонентский номер, на который оформлен кошелек Киви, принадлежит кредитору. По предварительной информации, у банка достаточно средств для расчетов со всеми кредиторами, в том числе и с владельцами электронных кошельков. Но этой ситуацией уже воспользовались мошенники. В интернете они открыли сайты «Двойники банка Киви». Жулики предлагают за определенный процент вернуть деньги из электронных кошельков. Причем требуют оплатить свою комиссию заранее. После того, как обманутые граждане переводят эти деньги, мошенники перестают отвечать на телефонные звонки. Это известная схема. Агентство по страхованию вкладов предупреждает владельцев кошельков об опасности и призывает действовать по закону, руководствуясь инструкциями на сайте самого агентства. Выплаты кредиторам могут начаться уже на следующей неделе. Напомню, что ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля из-за многочисленных нарушений закона о противодействии отмыванию доходов и различных нормативных актов Центробанка. Киви-банк работал с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал кошельки с использованием личных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции. В банке были открыты более 9 миллионов электронных кошельков на общую сумму почти 4,5 миллиарда рублей. Киви заводил и анонимные кошельки, там можно было хранить до 15 тысяч рублей. Всего таких кошельков около миллиона, но в среднем там лишь по 300 рублей. С помощью таких кошельков можно было проводить различные операции, скажем, положить деньги на телефон или оплатить доступ к интернету. Есть еще 7 миллионов кошельков с упрощенной идентификацией, но и там средний счет составляет те же 300 рублей. На кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента с лимитом до 600 тысяч рублей, менее 2 миллиардов рублей, а средний остаток около 2 тысяч рублей. В Киви-банке назначена временная администрация. Из-за лишения лицензии пополнение и переводы из Киви-кошельков недоступны. Перестала работать и платежная система «Контакт». Она принадлежит группе Киви, которая используется для переводов денег за границу. По объему привлеченных средств граждан банк занимал 285-е место. Борис Бейлин, Вести ФМ. Минцифра обяжет Apple разрешать загружать приложения из сторонних магазинов. Ведомство опирается на опыт Евросоюза, который смог продавить американскую корпорацию отдельным законом. Как сказал глава ведомства Макс Утшадаев, такой законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Значит ли, что мы здесь, в России, сможем действовать на основе созданного прецедента? Об этом мы спросили эксперта, генерального директора компании Telecom Daily Дениса Кускова. Во-первых, сейчас еще рано об этом говорить, это первый момент. То, что говорит представители там, регулирующих органов о том, что компания Apple на все готова, я бы, наверное, делил как минимум надвое это. Надо понять, что компания Apple ушла из России, официально вообще в России не работает.
но при этом выдерживает политику все-таки сотрудничества и правильное реагирование на какие-то там судебные издержки, на ФАС и так далее и тому подобное. Самый главный момент, да, действительно, поскольку уже были первые ласточки именно в Евросоюзе, то есть для России, да, понятно, никто бы не делал бы исключений, то вполне вероятно в России можно будет также использовать свои отечественные магазины приложений. Но при этом также надо понимать, это не значит, что там Рустор, да, прямым образом встает, и все приложения Сбера, ВТБ и подсанкционных банков снова появятся в App Store. Ведь они не идиоты и не будут делать, одним образом лишая этой возможности, а потом предлагая те же самые приложения через сторонние проекты. В описании текущем европейском говорится, что компания Apple четко следит за всем, что происходит со стороны, если она видит, что это приложение, этот проект является недостойным, вводящим в заблуждение, находящимся под санкциями, она моментально это выпилит. Поэтому не надо ожидать, что там завтра появится Сбер или ВТБ через Рустора на iPhone. Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков.